Популярность ишимского сыра растет. Объемы сыроварения на Ишимском молочном комбинате и филиале «Золотых лугов» увеличились в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В месяц с завода реализуется более 20 тонн сыра. Кстати, помимо пошехонского и голландского сыров, планируется начать выпускать еще гауду и эдам. А вот в молочном производстве на Ишимском молокозаводе наблюдается незначительное снижение объемов. Нам сегодня другую линию на этом производстве просто не поставить, потому что это финансово емко очень будет для нас. Поэтому вот эта задача и стоит. Значит, и сегодня перед руководством поставлено, чтобы посмотреть, за счет чего можно себестоимость чуть-чуть снизить, чтобы цена реализации была чуть-чуть ниже, чем она сегодня у нас на прилавках в магазине. Снижение объемов отгрузки цельномолочки руководство завода считает временным и уверяет, что это не отразится на работе коллектива предприятия. У нас порядка 240 человек трудится. Сокращать штат мы не планируем. Мы планируем в сезон уже с 1 апреля начинать сушку молока, что позволит нам задействовать штат, который освобождается за счет уменьшения каких-то других производств.